Но и мы тоже не дремлем. Для врага эта ночь прошла довольно неспокойно. Почему? Потому что опять в районе Мурманска, то есть в районе аэродрома Оленья, и гремят взрывы. Ограничения в двух аэропортах Мурманской области опять ввели план ковера. Здесь ограничения были введены на всем Кольском полуострове из-за атаки беспилотников неустановленного типа. В Мурманске и в Апатитах. Вот там два аэродрома, они оба закрыты, план ковер, задержаны рейсы на вылет и на прилет. По предварительным данным, два беспилотника сбили в 7 километрах от аэродрома Оленья в районе города Оленегорск. Все пассажирские самолеты перенаправлены в Архангельск. Сколько было беспилотников, достали они до аэродрома или нет, пока информация уточняется. К сожалению, на данный момент такой как бы уточненной информации нет. Ну, я надеюсь, что она появится в ближайшее время, и мы с вами опять же обсудим. Как обычно, всегда она появляется через сутки-двое после совершения проведения той или другой воздушной операции. Ну что ж, и еще скажем, что в городе Омске горит танковый завод. Причем очень хорошо горит, дым видно уже за несколько километров, столб черного дыма. Там был ремонт кровли на одном из цехов этого завода. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Но туда уже едут и МЧС, и скорые службы спасения и пытаются принимать меры к тушению этого пожара. Ну, как говорится, гори, гори ясно, чтобы не погасло. Танковый завод, который будет, возможно, приостановлен, а может быть, просто снизит свою производственную мощность, это тоже плюс нам в копилку усилий нашей ПРМОИ.